Сегодня третий день масленицы. По традиции к теще на блины приходят зятья. В Челябинске приготовить блины на всю семью обойдется в 99 рублей. Стоимость блюда подсчитали аналитики сервиса покупок. Они проанализировали цены на продукты. И в челябинских магазинах они оказались не самыми дорогими по сравнению с другими мегаполисами. Итак, на 30 блинов придется потратить почти 100 рублей. Самое дорогое в этом лакомстве – молоко. Пачка обойдется в 55 рублей. Понадобится примерно 4 яйца, плюс еще 21 рубль. Обязательно 400 граммов муки. Добавляем еще 14 рублей. Немного подсолнечного масла, соли, сахара. Плюсуем еще рублей 9. Как подсчитали аналитики, блины в Челябинске стряпать дешевле по сравнению с другими городами-миллионниками. К примеру, самый дорогой блин будет в Санкт-Петербурге и Красноярске. Приготовить лакомство в этих городах обойдется в 111 рублей. Дешевле всего накормить блинами стоит в Перми, Уфе и Екатеринбурге. Там ингредиенты стоят меньше. Всего 95 рублей.